Уважаемые россияне, подготовка к корпоративу началась. Оказывается, у нас еще работают. Когда вы там, скажите, хоть начинать? Да мы уже работаем. Работаем? Ну, поздравляю всех с Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения желаний. Очень много эмоций было положительных, очень много было денег. Нужно наслаждаться каждым днем, быть всегда довольным. Это формула счастья. Руководитель департамента за работой, так что поздравит он чуть позже всех. А что нужно? Самое главное, чтобы они всегда с удовольствием ходили на работу и всегда были рады видеть своих замечательных коллег. Здоровья, счастья, больших сделок, удачи на работе, ну и в личной жизни, конечно же. Новый год 2017 нам принесет обязательно успех, больше грамот, больше похвалы со стороны руководства. Солнечного настроения. Вот так уже феи такие ходят у нас по офису. Я надеюсь, что мы также будем развивать нашу компанию, ставить новые цели, новые задачи и вместе и дружно их добиваться. Идем к Деду Морозу. Очень много работы у него сегодня. Побольше клиентов, поменьше ссор, чтобы коллектив был хороший, чтобы люди друг друга любили и на обед ходить не забывали. Только роста, как и финансового, так и грейдового роста. Чтобы все были обязательно здоровы, любимы, побольше радости в жизни. Чтобы на работу приходили с улыбками, чтобы к коллегам относились дружелюбно, с пониманием, ну и, конечно же, всем терпением. Эти товарищи с серьезными лицами до сих пор работают. Давайте спросим, а что здесь происходит вообще? Организатор этого торжества. Сейчас мы спросим у Анны, а что же здесь вообще происходит сегодня? У нас происходит корпоративный Новый год. А вот у нас и скрипачки подошли. То есть у нас будут и скрипки, и телефон у меня звонит. Так, отличная закуска. Ну, почти Лена Летучая. Сейчас все проверим. Полным ходом уже наполняют бокалы, так что скоро будет звон. Наш корабль «Технопрогресс» на волне успеха. Проверим отдел кадров. Отлично, отлично. Удачи во всех делах, начинаниях и всего самого хорошего. Вообще уже подготовка к корпоративу полным ходом, а здесь все работают. Сереж, дай деньги разместить. Сейчас, два слова. Удачи и успеха. Это вообще очень серьезный отдел. Здесь проходят все у нас финансовые, как это назвать, операции. Верных и преданных друзей, хороших людей по жизни. Я очень рада работать с вами в одном коллективе. Чтобы этот год приносил только позитивные, приятные эмоции. Новых вам побед, достижений. Будьте счастливы. Ура! Здесь идет рабочее совещание. Ну, работать с тем же усердием, которое они проявляли в этом 2016-м. В части, скажем так, моего департамента у нас открылся филиал в Пятигорске. Желаю в новом году счастья, здоровья и всех-всех благ. Пусть новый 2017 год сопровождает успех, хорошее настроение, оптимизм, позитив и крепкая любовь. Девушки, кто-то желает сказать пару слов коллегам? На фоне девушек. Скажите пару слов. Сотрудники появились такие довольно грамотные, владеют компьютерными, графикой разными, могут там вот это, что необходимо, оформлять документы, рисовать чертежи. Конечно, здоровья хочется пожелать, успехов в работе, чтобы все было хорошо и на работе, и дома, как говорится, самое главное вот это вот. Я хочу, чтобы обязательно было все дома и в семье. Хорошо, процветание, удач и успехов. Чтобы в продажах у вас были просто какие-то невыносимые высоты. 2016 год был очень сложный. На самом деле, я думаю, всем понадобилось много сил, чтобы его пережить, чтобы дотянуть до конца. С Новым годом! Разыграем подарки!
here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Вы получаете клавиатуру, которую нужно держать на рабочем месте. Это вам. Нет. Нет, нет. Мы хотим другой сюрприз. Какой? Другой. У нее сегодня первый день рабочий, поэтому... Santa Claus right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all about children, but that's everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out that it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, cause Santa Claus comes tonight. Технопрогресс. И расставаться с наушниками. Приносить платежки. Больше улыбок, хорошее настроение. Постараюсь быть лучшей. Спасибо вам за меня. Еще больше прибыли, еще более лучших и перспективных сотрудников. Филиал Санкт-Петербурга с Новым годом! Любимый Питер, дорогая Казань, полюбившийся нам уже Пятигорск, желаем вам успехов, развития, прибыли, профессионального роста и, безусловно, конечно же, личного счастья. Ура! С Новым годом! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Девушки, здравствуйте! Что здесь происходит? Расскажите, пожалуйста. Здесь происходит веселье, счастье, благополучие, любви. Ой-ой-ой, много всего. Александр Александрович Калиновский сегодня отсутствует по причине болезни, но он просил передать поздравления от его имени. Я считаю, что главное наше богатство именно коллектив. Здесь каждый на своем месте, каждый профи в своем деле. Технопрогресс с уверенностью смотрит в завтрашний день. И для оптимизма у нас есть все основания. Успехов во всех делах и, конечно же, самого крепкого здоровья. Ура! Тут тоже у нас идет застолье и банкет, немножко другой столик. Этот год будет чудесным, он будет направлен на достижение и на максимальный результат. Хотелось бы пожелать, чтобы удача сопутствовала на протяжении всего 2017 года, чтобы мы работали еще лучше, соответственно, у нас доходы были бы еще лучше. За то, чтобы всегда. Дорогие коллеги, с наступающим новым 2017 годом! Счастья, радости, улыбок, здоровья, новых вершин и высот в новом 2017 году!